Ну что, автолюбители, зима совсем близко, а в некоторых регионах Казахстана и вовсе уже давно лежит снег. Учитывая особенности зимы в наших широтах, а это и снегопады, и сильные морозы, это время года становится серьезным испытанием для машины и водителя. Без паники, мы совместно с экспертами Chevrolet расскажем вам о 5 лайфхаках, которые точно упростят эксплуатацию автомобиля в зимний период. Погнали! Самая коварная вещь для водителя зимой – это когда после холодной ночи ваш автомобиль отказывается заводиться. Прежде чем включить зажигание, отключите все функции – фары, печку, подогрев. Позвольте двигателю использовать весь потенциал аккумулятора. Дайте двигателю слегка прокрутиться, пока вы поворачиваете ключ. Но не держите его дольше 10 секунд, а то рискуете сломать стартер. Если не сработало, подождите пару минут и попробуйте снова. Если же ваш аккумулятор совсем замерз, то стоит попробовать его прикурить, то есть подзарядить от другого аккумулятора в автомобиле. Для таких целей прикупите качественные клеммы и не забывайте возить их с собой. Но если рядом нет другого автомобиля, от которого можно было бы прикурить, то аккумулятор стоит занести в дом и дать ему отогреться некоторое время. Но лучше, конечно, сделать это заблаговременно, накануне похолоданий, с вечера. Тогда с утра вы гарантированно заведетесь. Чистка стекол автомобиля по утрам – занятие не из приятных, но есть способ избежать этой мороки. Прежде чем оставить автомобиль на длительную стоянку в мороз, откройте на несколько минут все окна или двери и выстудите салон. В этом случае вам потребуется лишь смести снег со стекол. Кстати, специальная функция в современных автомобилях Chevrolet Tracker, Chevrolet Equinox и Chevrolet Traverse поможет вам. Просто удерживайте на пульте дистанционного управления кнопку «Открыть», и все окна автоматически откроются. А при нажатии и удерживании кнопки «Закрыть» все 4 окна одновременно поднимутся. При понижении температуры окружающего воздуха снижается и давление в шинах, поэтому зимой, сменив резину на зимнюю, вам необходимо корректировать давление в шинах, так как шины с правильным давлением более безопасны и позволяют экономить топливо. В современных автомобилях, в частности в Chevrolet, водитель может контролировать уровень давления в шинах, не выходя из автомобиля. На приборной панели бортовой компьютер выводит данные каждого колеса. А вот дворники советуем заранее протереть незамерзайкой, от этого они будут намного эластичнее, что не позволит им растрескаться и повредить стекло, а также поможет быстро устранить лед на лобовом стекле. Конечно, если вы владелец современного автомобиля, который оснащен умной системой климат-контроля, то в этом плане вам будет значительно легче. К примеру, на таких автомобилях, как Chevrolet Tracker, Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Traverse, Chevrolet Malibu и Chevrolet Tahoe имеются функции обогрева боковых зеркал, а мощная печка быстро отогреет лобовое стекло и дворники. Холод. Для того, чтобы колодки ручника не примерзали, после движения не рекомендуется сразу ставить автомобиль на ручной тормоз. Эксперты советуют подождать немного, пока тормозная система остынет, а потом уже спокойно ставить на ручник. Кстати, бортовой компьютер в современных автомобилях Chevrolet уведомит водителя об износе тормозных колодок. Ну что ж, благодаря этим нехитрым советам пользоваться автомобилем в холодную зиму станет намного проще. Сохраняйте это видео себе и делитесь им с друзьями. Кстати, а какие вы знаете автомобильные лайфхаки зимой? Пишите в комментариях, ну и конечно же, встречайте зиму с Chevrolet.